Так, ну слава богу, здесь еще не по пизде ничего не пошло. God damn it. Так. Эти мне типа надо было сейчас, да? Я уже не помню, что здесь происходит. Убийца. Хорошо. Че он еще этого все? Кажется, бабу завалил, да? Что-то я уж совсем в плохой концовке. Ну возьми, блядь, себя. Лампа кровоточит. Да ну нахуй. Кто ты, Элис? Кто ты, Элис? Thank you.
Чё мне? Он ходит туда-сюда. Не за ним, что ли, блядь, пиздож? Да вы пиздос, вы просто издеваетесь на меня. Ладно, похуй, пойдем за ним. Shut up. Ты ничтожество. Я мразь. Все понятно. Идем дальше. Бля. Да какие там нахуй смс-ки, вы чё? Ты больше не можешь смотреть на себя в зеркало, правда? Да хуй знает. Короче, я вот тут узнал, что, короче, заходишь в контакты. Эшли доктор. Пиццерия. Есть сигнал, может было этого чувака достать, получить чипку. Шериф Линк, Филистер. Ассоциация ветеранов. Ну, короче, надо будет здесь отзвонить по этим номерам. Так я все проебал. Кассеты. Смотреть на нее, да? Да.
behind you. Come on. No. Come on. Look at me. Stop. Нет, нельзя. Хотя было интересно посмотреть, что там за тварь. Уже выйди, блядь, чухнемся с тобой, заебала ты овца. Непонятно, что все будет. Тварь. Лево, право, право, лево, давай налево. А, тот, который застрелил, да? Заебали. Кстати, столько этих разных условий, чтобы сделать ту или иную концовку. То есть меня даже напомнило на Silent Hill чем-то, наверное, второй. Джесс? Это был Джесс? Мы типа ее убили, что ли? Да вы ебанутые. Such felt. Кто там дышит? Locked. А, она типа сюжетная, да? Сука, блядь. Я ничего с этим поделать не могу. Ладно. Давай. Я с этим ничего не мог поделать.
not done with you. Die! Please stay. Это и есть мы, баран. Все-таки это мы их завалили. Не буду светить и все. Да блять. Да я похуй, уже раз начал. Во все тяжкие пойдем. Блин. Мне игра ничего не объясняет, что я сделал так, а что нет. Да мне тоже не знаю, что сейчас было. This is it. The basement. I'm finally here. А руки помой. Peter. Peter. Peter, where are you? Сейчас мы узнаем, что случилось с Питером. Манчина ебаная. Fuck. He's not here. What now? Did you really think you would be that easy, Ellis? That the kid would be waiting here for you. You could save him and go home a hero. No, Ellis. You don't get to do that. Where are you, motherfucker? Show yourself! I'm gonna kill you with my bare hands. And after what you've done, I'm gonna enjoy it! So am I. Come on, then. The key is under the table. I'm waiting on the other side. Темно же. Включи лампу, блядь. Опять его эти глюки. Кажется, я понял, он после войны сошел с ума и начал бегать по лесу, думая, что он все там же. Yeah.
No, 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 please, 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 please. God, I'm not gonna hurt you. Shush, no, 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 I'm not gonna hurt you. Please, 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 please. Shush. Quiet, quiet. Это и есть Джесс? I'm so sorry, sorry. Oh, no. Oh, my God. Oh, my God. Ебать. Мы точно играем ёбнутым вообще. You fuck! You sick fuck! This is what you get, you fucking piece of shit! Это ты и есть дебил. It's over. It's finally over. Shut up! All those people, children, I will rip your fucking heart out! Here, anymore. You won't get out of it that easily! Free. I won't let you! She always wanted you to become... Shut up! Чё? Какого хуя? Ну, я и так это и знал. Так было. Неудивительно. Будет? Чужое лицо. Элис не устоял перед собственной яростью, и отчаянием цикл продолжается, Карл переродился, Буллет выжил, несмотря на ранение, и обнаружил спустя некоторое время рядом с домом Шеннонов. Джесс вычеркнул Элис из своей жизни, узнав о его участии, она не сказала ни слова. Участь Питера неизвестна. С этим схождением шерифу не удалось, он остался в лесу Блэк-Хиллз. Тело Тодда Маккина было найдено спустя несколько месяцев на лесопилке. Из-за сильного зажжения едва опознали. Короче, вот эти вот все я должен был позвонить жене этого шерифа, когда тело там нашел солдат, она была позвонить. И пса я не должен был пускать в этот пещеру. А так я, блин, с ним все делал правильно. То есть я его покормил, я его не бросал. Я держал его всегда рядом. Но вот эта дыра, которую я его отослал, она все испортила. Ну хотя он выжил. Этому я был рад. Уф. Послушай, Музон.